Интервью с бронзовым призером первенства Европы Виктория Юсова. Вика, поздравляю тебя с бронзой, поздравляю тебя еще с праздником, 8 марта. Ну, давай поговорим о фехтовании. Оцени вообще свое выступление, довольна, недовольна, что получалось, что не получалось? Вполне я довольна, но ожидала немножко большего от себя. Хотела в последнем бою побольше хотя бы побороться, хотя бы 9 минут. Видимо, не очень вышло. Да, в полуфинале показалось так, что вот в первом периоде ты упустила буквально там 3-4 приема, и дальше уже по-другому. Вот расскажи подробнее об этом. Да, я вначале упустила начало, и мне очень тяжело было потом сконцентрироваться и работать дальше. Но в перерыве мне Михаил Юрьевич сказал, как работать, какие исправить ошибки, я старалась это выполнить. Когда увидела сетку после групп, там было понятно, что три наши раперистки попадают вместе, и ты идешь одна. Тебе это вот какая первая мысль была? Легче будет, проще? Или вообще не думала об этом, просто на конкретных соперников настраивалась? Я не особо обращала на это внимание. У меня была своя сетка, и я смотрела и работала только для себя. Спасибо, поздравляем тебя еще раз с праздником и с бронзовой наградой. Спасибо большое.